В Спасо-Преображенском соборном храме города Губкина Белгородской области прошло традиционное общее богослужение духовенством. На литургии с участием двух иерархов и 300 священников Белгородско-Староскольской митрополии побывал наш коллега Виталий Стариков. Ему слово. Теперь с образованием Белгородской митрополии, включающей в себя три епархии, этот величественный соборный храм приобрел статус кафедрального собора Губкинской и Грайворонской епархии. Традиция уже 14 лет. После Рождества Христова, Крещения Господня, все духовенство Святого Белогорья собирается на общую божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе города Губкина, самом большом соборе Белгородской митрополии. В Губкине об этом дне знают, его ждут, к нему готовятся. Задолго до начала богослужения собор заполнили верующие и постоянные прихожане храма, и паломники, приехавшие из городов и сел Белгородчины, из соседних Курской и Воронежской областей с Украины. Мы молимся сегодня, чтобы Господь благословил всех живущих на просторах Святого Белогорья миром, благополучием. И я думаю, что вот такая традиция должна всегда продолжаться, потому что только Господь может нам помочь укрепиться и в вере, и в наших добрых делах, и иметь силы совершать их здесь, на нашей родной земле. Верующие встретили епископа Губкинского и Грайворонского Сафрония и митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна, которые и возглавили богослужение. Совершалась божественная литургия по чину Василия Великого, такая же, как на Рождество и Крещение. Вместе помолиться и причаститься святых христовых тайн в Губкин приехали около 300 священнослужителей митрополии. Много так народу, особенно когда священники поют, это очень так радостно. Радость такая большая, очень приятно, очень хорошо. Радость видеть и священнослужителей духовенства, и мирян, что со всей области, в принципе, все прибыли сюда, чтобы помолиться соборно. Ощущение самое наилучшее, конечно, где-то душа обитает в небесах. Очень приятно, очень хорошо. Я вообще люблю эти богослужения, ну а сегодня, конечно, два владыки. Благодать полнейшая в нашем храме. На общем богослужении духовенство Святого Белогорья славит родившегося Бога-младенца и спрашивает у Господа мирного жития и благоденствия на начавшийся год. Особое чувство – чувство соборности, что нас всех сегодня в этом храме собрал Господь. Независимо от тех епархий, в которых многие священнослужители проходят свое служение, сегодня все собрались. Конечно, были все радостны и все приветствовали друга, поздравляя с праздником, прошедшим и Рождества Христова, и Крещения Господня. Алтарь Губкинского собора способен вместить около 300 священнослужителей. Инициатива проведения общей божественной литургии, когда у одной чаши собирается все духовенство Святого Белогорья, принадлежит митрополиту Иоанну. Я думаю, что это пример того, как нужно дружно, соборне жить в нашем непростом мире. Это пример для всех людей, кто верует, кто исповедует Христа, потому что Господь говорит нам, потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. Любовь побеждает. С нами Бог. Владыка Иоанн поблагодарил и священнослужителей, и мирян за доброту, любовь и милосердие, за созидание Святого Белогорья, призвал всех твердо идти по пути спасения. Виталий Стариков, Артем Антонов, Вести Белгород для телекомпании «Союз».